Первый человек, который встречает прилетевший самолет и производит внешний осмотр, это авиационный механик. Именно этот специалист первым начинает наземное обслуживание воздушного судна. Рабочий день авиационного механика обязательно начинается с медицинского осмотра. И только после его прохождения он может приступить к исполнению служебных обязанностей. Далее вся смена проходит инструктаж по технике безопасности, новым правилам обслуживания воздушных судов и новым приказам и документам. Перед началом работы авиамеханик получает у бригадира план-график прилета и вылета рейсов. Теперь подробнее остановимся на должностных инструкциях авиационного механика. Авиационный механик должен явиться на стоянку за 20 минут до прибытия рейса, подготовить необходимое оборудование, осмотреть место стоянки на предмет мусора, осмотреть средства пожаротушения, только после остановки двигателей воздушного судна и выключения проблесковых маячков авиационный механик имеет право зайти в зону обслуживания воздушного судна. Первое, что он должен сделать, это установить колодки, открыть грузовые люки спереди и сзади самолета, связывается с экипажем самолета по самолетному переговорному устройству и по их требованию или по требованию представителя авиакомпании подключает к самолету электропитание. Производит внешний осмотр воздушного судна на предмет повреждений. Заправляет воздушное судно водой. Производит заправку топливом. Руководит обработкой санузлов. Именно авиационный механик по самолетному переговорному устройству сообщает экипажу самолета о завершении наземного обслуживания. Закрывает грузовые люки, отсоединяет наземное электропитание, производит заключительный осмотр на предмет повреждений воздушного судна и закрыты ли двери и люки. Если вспомогательная силовая установка воздушного судна не работает, то авиационный механик при помощи установки воздушного запуска осуществляет запуск авиационного двигателя. В зимний период контролирует обработку самолета противообледенительной жидкостью. Подсоединяет буксировочное водило. Убирает колодки. В составе буксировочной бригады осуществляет буксировку воздушного судна на вылет. Осуществляет контроль за запуском двигателей. Соблюдение правил безопасности, четкое следование инструкциям, профессиональное знание, внимательность и ответственность. Вот, пожалуй, тот минимум, которым должен обладать хороший авиационный механик. Ведь от этих специалистов зависит безопасность пассажиров и всего экипажа самолета.